Всех приветствую, друзья, с вами Сумрак, и мы продолжаем играть в Субнатику Below Zero. Опа, здорово, пацан, инопланетный робот. Вот, и мы продолжаем прямо же, как только я закончил запись первой серии, я начинаю вторую, потому что мне самому уж интересно стало, что же здесь за место. Поиск аварийного носителя данных. Я сумею помочь лучше, если ты покажешься. Если бы могли показаться, но мне понадобился с собой носитель. Хочешь сказать, что у тебя нет физического воплощения? Ты один из них? Архитектор? О, архитектор. Обнаружен носитель данных. Мы исчезнем, если не найдем нового носителя. Ты поможешь? Ты можешь использовать мой КПК как носитель? Нет, это предыдущей группы. Твои кибернетические компоненты несут их сигнал. Альтера? Нет, я одолжила оборудование. Должно сойти. Ионные кубы, офигеть. С начала игры чисто. Так, не думаю, что он... Надеюсь, он меня не будет кусать. А, в общем, изучаем этот комплекс. Я, кстати, знаю, что здесь будет. Как долго тебя здесь хранили? Дольше ожидаемого. Критический уровень энергии святилища. Да, я уже слышал. Наши данные важно загрузить с терминала. Можем поговорить после завершения передачи. Я чуть-чуть знаю сюжет. Да, хорошо, я потороплюсь. Я чуть-чуть знаю про этих архитекторов. Это те челы, которые вот эти базы строили в первой части. И мы говорим с одним из них. Это не спойлер, это уже понятно. Ну и сейчас мы это узнаем, наверное. Это все, что я знаю о сюжете. Больше я ничего не знаю. Носитель данных принят. Держитесь крепче. Держитесь. Ну нафиг. Тихо, тревога от боли. Что происходит? Передача. Классно, передал, конечно. КПК. Передача завершена. Как ты себя чувствуешь? Почему твой голос звучит, будто он у меня в голове? Исходная взаимка записи в коре твоего головного мозга. Неплохо, да, классно. Так ты правда в моей голове? И предлагала тебе КПК, пошел вон. Нет, ваш вид воспринят границы между кибернетическими и органическими компонентами. Прикинь. Мой мозг не компонент. Ты злишься, мы дадим тебе время обработать информацию. Не смей молчать. Получено достижение ксенобиологии. Эй. Это все нереально. Это нереально. Это объяснение, это не взаправду. Знаешь, к сожалению, мне кажется, что это немножко не так. Так, и мы пришли за этим, да? Вселить в голову, в нашу голову этого куб-накопителя архитектора. Пришельца, архитектора. Зачем я сюда пришел в итоге? Я думал, тут что-то ценное будет. Это, кстати, сверхпрочный материал, он сломан. Камнем. Серьезно? Этот материал прочнее всех изученных на нашей планете, типа. Это в первой части еще говорилось. И тут его сломал какой-то камень. Окей. Окей. Так, ну по сути нам отсюда только выбираться осталось, да? В общем, короче говоря, мы просто приплыли сюда, чтобы вселить в голову какого-то пришельца, да? Окей, окей. Я не против, конечно. Мой персонаж не против. Но нет, он против. Так. О, последний фрагмент найден. Всю, можно идти и собирать. А вот, и пойдем заниматься крафтами тогда сейчас. Будем первый транспорт уже делать. Блин, биом мне очень нравится, конечно, этот. Такой большой, красивый. Тут много кораллов. Таких не хватало, кстати, в оригинальной Субнатике. То есть, такие пещерные биомы именно. То есть, много пещер. И много ресурсов. Ну и вот такие на глубине пещеры именно. Есть, там были только пещеры медузных грибов, но они полностью под... Они полностью закрыты сверху. А здесь нет, здесь все-таки более открыто. Так, вообще я ищу еще один образец коралла. Вот он, кстати. Вот, теперь можно плыть домой, собирать, что нам нужно. Так, все, мы прибыли домой. Answer dismiss. Что? Давай, ответим. Как мы понимаем, такая ситуация для тебя нежеланна. Ты нереально, но убирайся. Для прихода нам нужно подходящее тело. Чего ты постоянно говоришь «мы»? Сколько вас там вообще? Один из нас и все мы. Мы не мыслим о себе как об отдельном индивиде. Почему бы тебе не начать с рассказа, кто ты такой? Можешь добавить ваш вот зерна к моему обозначению вида. Называй меня Алан.
My whole life I've been dying to meet a sapient, space-faring alien up close, and you're telling me your name is Alan? Всю свою жизнь я мечтал о том, чтобы встретить разумного высокоразвитого живого, а ты говоришь мне, что тебя зовут Алан? Этого недостаточно? Нет, все хорошо, все отлично. Откуда ты, Алан? Может, ведь называют вас нас архитекторы? Тут перепутаны диалоги. Вас и притечено, что вы тут делали? Это долгая история. Тут диалоги перепут. Возможно, почувствовать на абстрактного носителя данных, которые смогут прийти. Это говорит не Робин, Талан. Я хочу слышать точку, как мне тебя вытащить из своей головы. Вот это говорит Робин. Тут перепутано, йоу. Любая информация в твоей базе данных, тебе придется искать подходящий компонент. Есть идея, где их искать? Наконец, я очень долго был отрезан от своей сети и не могу найти координаты. Тут они сначала говорят, а потом появляются субтитры. Блин, мне очень удобно. Тут перепутано. До этого все было нормально, все работало правильно, но сейчас что-то они перепутались. Так, все, переносной сборщик транспорта готов, и у нас, по-моему, там гроза или... Да, буран, метель. Так, куда его поставить, куда его давать? Тут больше глубины. Поставим сборщик транспорта, так. Мы занимаемся теперь мореходом. Ох, да, тут много всего придется делать. Итак, и наконец я могу сделать мореход. Все готово, все материалы собрал. Получено достижение трубки. Насколько я помню, у него, по-моему, глубина 150 или 125 метров, кстати. То есть я не смогу прям глубоко заплыть. Сожрём. Вот он. 150 метров у него высота. Вот. Но он довольно быстрый. И у него сзади можно много модулей ставить. Прям поезд можно собрать. Там и этот краб можно. А, насколько я знаю. Давай посмотрим, как улучшение. Эмалевое стекло и пласталевый слит. Стекло алмаз можем сделать. Сейчас пойдем к осьминогам, к новым жнецам. Сплаваем, посмотрим на них. Так, ну все, погнали. Будем смотреть. Ну, к сожалению, не смогу прям глубоко заплыть к нему. К этому новому монстру. Но хотя бы поизучать, что там. Вот, блин, только если мой этот будут жрать, не очень хорошо будет. Так. Он прям за мной плывет. Отстань. Я сейчас ножом на тебя нападу. Так, это вот все, куда я могу заплыть, серьезно. Это вся высота. Давай попробуем, посмотрим, что там. Так. Алмаз, видишь, давай сохранимся, потому что что-то у меня немножко стрёмно. Никакой защиты у меня нет. Так что давай сплаваем. Вот он плавает. У меня же есть маяк? Да, есть. Давай здесь сделаем этот самый радиомаяк. Поставим, чтобы знать, чтобы не заблудиться. КПК Альтеры, кстати. Можно потом это все будет посмотреть, эти КПКшки прочитать, если хотите прям. То я прочитаю. Вот. Пещеру. А, вообще, к этому времени уже баллон получше есть. А у меня его почему-то еще нет. Не открыт у меня крафт. Вообще, нужно модуль, но, блин, нужен литий теперь. Алмазы есть, остался только литий. Не знаю, в этой пещере он есть или нет. Так, вижу какие-то фрагменты. Можно просканить? Да. Хранилище морехода, кстати. Но нет, жнец для меня все равно самый страшный. Не буду юзать. Лучше там подышу. Жнец это все равно это самая страшная хрень, которая есть во всей субнатике. Пока что. Я знаю еще один жнец. Ой, еще один левиафан. И даже два. И даже три. Даже четыре, наверное. Которые будут страшнее. Нужна сигнатура маяка Альтера, уникальный док станции Дельта, идентификатор. Станция Дельта, то место, которое упомянул Лил в своем сообщении. Надо четче читать, я как-то посмотрел на записи сейчас. Я ужасно читаю диалоги, я извиняюсь, конечно, я тараторю. Стараюсь читать четче. Вообще я нормально читаю, но вот я пытаюсь быстро, чтобы не пропустить, чтобы субтитры не исчезли, я читаю быстро. Но не разборчиво. Извините. Постараюсь сейчас получше читать. Братух, найди мне литий. Помните, опа. Вот он, кстати. Здорово. Он сюда может заплыть! Отпусти! Отпусти, сука! На тебе! Охренеть! Я не знал, что он может так заплыть в такую пещеру. Сука. У меня аптечек нет. Капец. Но не так много снимает КП, кстати. 40. То есть за 3 шота он меня убьет только. Ну капец, я не ожидал, что он заплывет. Я такой думал, типа, о, тут безопасно, блин, круто. Ага, конечно. Поплыли к станции этой. Не ударятся бы сейчас? Ну, конечно, он меня напугал, да. Я не ожидал, что он прям так заплывет ко мне сейчас. Ой, блин. Ладно, поплыли к Дельта. Посмотрим, что там есть. Так, мы с вами заплываем в новый биом. Так, еще один фрагмент. Это, наверное, опять мореход. Да, их много. Я уже встретил много. Мы сейчас в новом биоме и почти уже приплыли. Опа.
Ой, блин, это хрень быстрая. Куча новых монстров. Так, а что ты тут видел? О, лети! О, то, что нужно. Короче, новый моб. Я не знаю, как его... Вообще, как его поведение, я даже не знаю. Я не знаю о нем ничего. Насколько... по-моему, он зовется как? Какое у него название? Я не помню. Ладно, давайте сохранимся и поплывем. У меня никакого оружия нет, никакой защиты нет. Надеюсь, он не разобьет наш транспорт в два шота. Сейчас отгоню его как-нибудь. Здорово. Может, тут еще есть страшнее монстры какие-то. Но, насколько я знаю, он очень быстрый. Он очень быстрый! Он слишком быстрый! Сейчас под текстуры залечу. Ай! О, здорово. Блин, как бы его... Как бы спрятать его? Ой, тут двое. Я не знаю, он будет жрать его, нет? Будет ли мой транспорт жрать? А где мой? Я думал, это под водой будет. Ну, да нет, не под водой это. Так. Светительный мачта, FPM автомат, урна, это все так нужно. Скамья. Так, но я пришел не за этим сюда. Здесь что-то есть. КПК. Ток мореходов. Фред, I'm not blaming you, but... Блин, столько сюжета, на самом деле. Плохо, что я пропускаю. У нас счет кончится количество холода. Ну или тепла, точнее. Кричат они, конечно, стрёмно. Ладно, читать диалоги будем потом. Если прям вы очень захотите, я прочитаю. Но я сам прочитаю лично отдельно, наверное. Если ты это слышишь, значит, ты вторгся на чужую территорию. Если не хочешь неприятностей, вали отсюда. О, они согревают. Хорош, хорош. Молодец. Блин, тут прям база большая. Что это? Взять снег. Окей. И что с ним можно делать? И зачем эти снежки нужны? Там хреном бросается, я выкину их, пожалуй. По приколу чисто, наверное. Так, мы куда-то пришли. Сера. Так, бери. Кальтеры. Детектор минералов. Вот что-то я такое слышал. Минералоискатель. Вот, это прикольная штука. Это каком-то сканирование, только у тебя в руке. Так, это все? Это все, зачем я пришел? Ну, наверное, нет. Опа! Ну, стоять, Альтерка, ты перешла границы. Я не из Альтера. Тогда твое положение вдвойне шаткое. Опа! NPC. Что я имею в виду? Если ты говоришь правду, значит ты спятил. Если ты лжешь, то ты поплатишься. Подожди, кто ты? Держись подальше от моей территории. Нормально. Путь женщины в экзокостюме удалось отследить, насколько позволяют мои технологии. Станция Дельта. Я надеюсь, что в будущем ты будешь избегать контактов с этой женщиной в экзокостюме. Один из последних представителей умирающей цивилизации. Если ты не сохранишь свое благополучие, может исчезнуть целый вид. А, то есть за себя я не переживаю, наверное, да? Чего ты вообще думаешь, что она враждебна, раздражительная, пожалуй, но... Кто бы таким ни был, оставшись здесь в одиночестве. Она не отреагировала на мой сигнал бедствия, она довольно хорошо вооружена. Блин, это круто! Может, она нас боится? Я не намерен выяснить. А, я намерен. Блин, интересно! Интересно, тут появились NPC, тут появились... О, многоцелевая комната! О, можно дом будет построить, наконец-то. Это круто! Это круто! Контент! Контент пошел! Сюжетина пошла! Ну, главное, конечно, в Субнатике это, наверное, геймплей, но сюжет это тоже круто. Потому что в Субнатике первый сюжет неплохой был. Ну, не хороший, неплохой. Такой нормальный сюжет. Модификационная станция, кстати, интересно, это она полностью будет сейчас? Да, полностью изучил модификацию. Но она, по-моему, хуже. Что-то видел, что она не такая крутая, как в этом. Это что такое? Бритвенный набор. А нафиг он мне нужен? Красивый набор для бритья. А, я за бабу играю, какой набор? Нафиг он мне сдался. Можно зарезать им кого-то, и то у меня нож есть. Так, картины давай заберем. Все заберем, вообще все, что есть. Все, что можно забрать, все просканим, все, что можно просканировать, все заберем. Еще. Ой, сколько плакатов, сколько инфы все. А, это карта. Карта комплекса Фальтера. О, это карта. Карта пригодится, могу найти дорогу до центра робототехники Фиг, где работала Сэм. Короче, все обломки. О, ну как обломки в этом. Его нужно отдельно было сканить. И шкаф тоже. Офигеть. В Субнатике там все сразу просто доступно. А я могу пройти? Нет. Прикольно. Не, сюда мы... Отлично, что мы сюда сходим. Тут столько всего. Еще какой-то чертёж. Комната сканирования. Блин, я хочу баллон себе новый.
Хотя я могу модуль погружения скрафтить новый практически. Мне осталось еще немного лития собрать. О, еще тут. Это башня. Спутниковое наблюдение активно. Отчет спутникового наблюдения. Вау. Пилот, последние известные координаты. Столько всего здесь, капец. Еще один КПК. Ушел рыбачить. Согреешь меня? Ты какой хороший. Он меня... Он вроде кусается, нет? А, он обжигает. Я думал, что надо будет прям костюм здесь какой-то. Тут эти обогреватели живые хранятся у нас. Так, еще кому-то, по-моему, да? Я в ней не был еще. Неплохо обставлено. Наверное, это кого-то из высших чинов. Возможно, здесь я найду улики насчет Сэма. Да, вот эту штуку я помню. Я чекал ее. Это, короче, шары Ньютона, только грави-шары. Гравитационные. О, я могу просканить и собрать. Круто. Что у нас вообще небольшие новости? Сэм на самом деле действовал по ней на нервную часть, не думал, что она на такое способна. Ой, куча записей на самом деле, надо это все читать будет. Аквариум. Столько фрагментов, как нам недоступно изначально. Обсерватория. Так, КПК Альтеры. Ой, очень много инфы, реально. Вот сколько нам нужно читать. Еще вот здесь, еще вот здесь. У нас карта... О, у нас прям карта здесь есть, отлично. Только мы на ней не отображаемся. Так, вроде бы все просканил. Так, еще тут внутри острова есть, может, что-то. Могу просканить. Но скоро инвентарь закончится уже, у нас столько всего. Ну, вроде бы все, вроде бы я здесь все изучил. По крайней мере, я больше ничего не вижу. Кстати, берег... Вот, кстати, сюда можно было прийти, приплыть, но... Я пошел немножко по другому пути. Так, я обожгусь, если зайду. О, пингвины. Здорово. У меня два лития. Нужно еще два. Внизу обнаружен богатый минерал морщелин. Нам нужно геотермально активно. Соблюдайте осторожно. А тут интересно, монстры обитают? Я вот не знаю. У нас еще 4 слота есть. Но... 6. Пустота. Страшная пустота. Вдруг там Левиафан Жнец все-таки появился. Из ниоткуда. Где мореход мой? А, далеко. А где берег? А где берег? На берег хочу. Давайте здесь закончим, ребят. Очень насыщенная серия. Много всего, много контента всякого. Давайте в следующей серии мы уже отправимся домой тогда. Там построим дом, наверное. Соберем новый модуль. Вот. А пока я закончу. Всем спасибо, кто был. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Колокольчик там прожимайте. Группа у нас есть хорошая. Там по новостям по Апексу, по каналу тоже. Подписывайтесь. Вот, с вами был я, Сумрак. Увидимся в следующей серии. Возможно, прямо сейчас буду тоже записывать, потому что мне прям самому интересно. Это новый контент, это много всего интересного, сюжет интересный, новый транспорт, монстры. Это все очень интересно, ребята. Увидимся в следующей серии. Всем пока.